Непутевый сынок тронул вчера до слез. Непутевый сынок подошел и тронул до слез, в глаз ткнул пальцем. Спасибо большое, Дантика. Спасибо за донатище, спасибо огромное. Слушайте, у меня столько цветов. Это просто офигеть. Надо мной до сих пор все коллеги ржут. Все. Кто-то обижается, кто-то смеется. Это вообще. Спасибо вам огромное за цветы. Это... В ежедневном прокате. Отличный ламповый вечер, меньше чем 3. Лонечка, спасибо огромное за донатик. Чатик танцует, это великолепно. Спасибо большое. Что с ними делать буду? В смысле, что делать? У меня они вон стоят. Ой. Сейчас покажу. Так, подожди, тут какая-то другая система съема камеры сейчас. А, это же не тренога. Вон стоят. Да, там много цветов. Это верно. Спасибо большое. Не, не буду открывать точку, они у меня прямо, знаете, вокруг телевизора стоят. То есть вот диван напротив телевизора, на котором я сплю, и вот так вот цветы вокруг него. Не-не-не, нормально все с ароматом, все хорошо. И они, самое интересное, они постоянно обновляются. Спасибо вам огромное, извините, зеваю. Ой, после спектакля сегодня. Ну, что-то какой тяжкий этот день влюбленных физически. Почему коллеги ржут? Ну, говорят, ну понятно, Казьмин играет. Вот